you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Акинатор. Это самый умный, типа, чувачок такой, который может угадать все, о чем ты думаешь, то есть ютуберов. Я пробовал отгадать себя пару раз, но у меня ни хрена не получалось. Я где-то пытался час себя отгадать, но нет, мелких ютуберов здесь очень трудно отгадать. Ссылочку на Акинатор я оставлю в описании, думаю, многие, в принципе, знают про эту штуку. Задумайтесь, реального или вымышленного персонажа, я попытаюсь отгадать его возраст. Ну, допустим, информация об игроке. Ну, мне 18, ладно, мне 18. Ой, какие 18, мне 19. Ладно. Давайте попробую отгадать, знаете кого? Федючу. Вот реально, давайте сейчас попробуем отгадать Федючу. Ваш персонаж прошел с собой на Ютубу. Ну, блин. Ну ладно, нажмем да. Ваш персонаж женского пола? Нет. Вашего персонажа вместо носа морковь? Нет. Ваш персонаж на 2000 года является лидером партии? Нет. Так, что? Ваш персонаж шутник? Ну, возможно, частично персонаж шутит про масло. Нет. Ваш персонаж снимает разговорное видео на Ютубе. Ну, блин. Ну, да. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Нет. Ваш персонаж поет песни о любви? Я не знаю. Так, Майнкрафт? Нет. CSGO? Возможно, частично. Ваш персонаж родом из Украины? Нет. Персонаж больше миллиона подписчиков? Нет. Известность вашего персонажа имеет отношение к футболу? Нет. Ваши персонажи когда-нибудь были усы? Да. Ваш персонаж комментирует действия других? Я не знаю. Нет. Этот персонаж часто плачет? Я не знаю. Есть ли у вашего персонажа борода? Бороды, по-моему, у него нету. Ладно, возможно, частично. Ваш персонаж любит материться? Да. Ваш персонаж полноват? Нет. Ваш персонаж больше 100 тысяч подписчиков? Нет. Ваш персонаж тату на руке? Я не знаю. У вашего персонажа есть дочь? Нет, наверное. Нет, не угадал он. Нет, ты не угадал. Давайте еще раз пробуем Федючу догадать. Так, и обязательно давайте лайкосик клепите за вебочку. И напишите мне в комментариях, я не знаю, в чем проблема, я не могу в играх именно. Вот видите, я в браузере могу с вебкой, а видео не получается, не показывает. Вот, принадлежу членом тайной организации? Нет. Да. Нет. У вас персонажа длинные волосы? Да. У вас персонажа черные волосы? Ну да, вроде. Нет. Прикиньте, отгадал. Лол. Вот это поворот. В натуре отгадал, кстати. Я думаю, это Федячу. Хм. В натуре, кстати, он отгадал, что это Федячу. Вообще по кайфу, да? Ну реально он отгадал. Так. Нет. Давайте вот так вот сделаем обратно, короче. Да. Он отгадал. Играть снова. Отправить. Так, давайте отгадаем сейчас Булкина. Давайте Булкина отгадаем. Связан с купюрой? Да. Так, нет. Ладно, да. Ваш персонаж ассоциируется с чашкой кофе? Нет. Ваш персонаж больше миллион? Да. Связан с собой? Нет. Батл... Чё? Не знаю, наверное, нет. Ваш персонаж есть любимая женщина? Ну да. Ваш персонаж получал серьезную травму? Нет. У персонажа светлые волосы? Я не знаю. Нет. Делать видео, ну, возможно, частично. Этот персонаж носит с собой меч? Нет. Ваш персонаж снимает видео вместе с другом? Нет. Маленькая рыбка? Нет.
У вашего персонажа больше 3 миллионов? Нет. Персонажу нравится девушка? Наверное. Так, нет. Ваш персонаж активный? Ну да. Ваш персонаж сломан ухо? Нет. Связан ли ваш персонаж с дрифтом? Да. Прикиньте, отгадал. Реально, лол. Реально отгадал. Нормально, что, давайте. От кого еще можно загадать? Просто мелких ютуберов пробовал по мазингу угадывать, нихера не находит вообще. Кто у нас еще такой есть? Давайте попробуем Брейна отгадать. Брейн. Брейн Эдит. Так, ваш персонаж женского пола? Нет. У вашего персонажа больше 1 миллиона подписчиков на ютубе? Да. Связан с компьютерами? Да. Ваш персонаж есть татуировка на спине? Я не знаю. Нет. Ваш персонаж гибрид? Нет. Бля, я не знаю, по-моему, нет. Ваш персонаж носит с собой биту? Нет. Ваш персонаж скрывает лицо? Да. Так, продолжаем. Связан ли ваш персонаж с GTA Online? Да. В натуре отгадал. А где картинка? В натуре отгадал? Лол, летсплейщик. Летсплейщик. Окей. Ладно, он угадал, допустим. Так, давайте, знаете, кого сейчас угадаем? Это, конечно, к играм особо не относится. Давайте мопса угадаем. Вот серьезно, давайте угадаем мопса. Как-то связано с компьютерными играми? Нет. Вас персонаж носит мужскую одежду? Да. Вас персонаж бородатый? Нет, по-моему. Ваш персонажа больше 1 миллиона подписчиков на ютубе? Нет. Ваш персонаж прославил собой? Да. Ваш персонаж любит материться? Да. Ваш персонаж связан с миром музыки? Возможно, частично. Ваш персонаж имеет татуировки? Да. Ваш персонаж сидел в тюрьме? Да. Неужели он гадает? Ваш персонаж сидит под названием животного? Да. Капец, реально отгадал обратно. Стример. Лол. Я реально в шоке. Давайте, знаете, кого отгадаем? Дневник Хача. Давайте Дневник Хача отгадаем. Так, Дневник Хача. Но тоже это к играм не относится, но, чуваки, надо разнообразить, как бы. Если вы хотите, чтобы я снимал эту рубрику, то ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, будем с вами снимать. И как бы здесь несколько попыток есть поиграть, а если вы хотите играть бесконечно, без попыток, как бы, ну, по-моему, дается где-то 20 игр, ну, где-то так, а если телефон качать, у вас бесконечно. И, а если 20 игр вы проиграли, ну, сыграли, потом на следующий день вы только играть можете. Нет. Дневника Хача сейчас угадываем. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерному... Нет. Ваш персонаж носит мужскую одежду? Да. Ваш персонаж больше 1 миллиона подписчиков на тебе? Да. Ваш персонаж любит материться и не сложно выражаться. Нет. Ваш персонаж больше 20 лет? Да. Ваш персонаж имеет отношение к чипсам? Нет. Нравится девушка? Да. Бородатый? Да. Есть ли у вашего персонажа домашний питомец? Пожимаю частично. Персонаж шеф-повар? Нет. Например, полосатый? Нет. Английский ник на ютубе? Нет. Персонаж вкусно пахнет? Я не знаю. Нет. Ваше персонаж русское имя? Нет. Снимает ли ваш персонаж видео о личном... Да. Нет. Таджик? Да. Ваш персонаж сражается с работами? Я не знаю. Ваш персонаж отношение к журналистам? Нет. Если написано книгу? Да. Сардаров? А, да, это Дневник Хача. В натуре отгадал. Но это, отвечаю, это круто на самом деле. Да, ты угадал, чувак. Блин. Я даже не знаю. Давайте кого отгадаем. Лоренза, давайте отгадаем. Лоренза. Или как он там называется? Я точно не помню.
Ну, Лоренцо вроде, да. Де Лоренцо, во, Де Лоренцо, играет снова. Давайте его отгадаем. Ну, я, в принципе, отгадываю тех, кого я смотрю, понимаете? Вообще же существовал в реальности. Возможно, частично ваш персонаж американец? Нет. У вашего персонажа есть голова? Да. У вашего персонажа человеческие уши? Да. Нет. Ваш персонаж женского пола? Нет. Из Библии? Нет. Хороший знает русский язык? Да, думаю. Да. Нет. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Нет. Ваш персонаж больше миллиона? Нет. Ваш персонаж любит материться и незаконно выражаться? Нет. 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 Так. Да. Да. Ваш персонаж почти постоянно ходит в кепке. Да. Да. Блин, ну это даже как-то быстро сильно. Как-то сильно быстро. Но это было круто. Это было круто, но думаю, на этом, в принципе, мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте. Если хотите еще такие рубрики, такие видосы, то пишите в комментариях. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.